Доброе воскресное утро, друзья, подписчики. Мы решили сегодня в 12 часов дня поехать на море, потому что сегодня перенесен стрим музыкальный на воскресенье, и нам надо успеть к нему подготовиться. Но а для чего мы едем, друзья? Дело в том, что волею судеб и ветров у меня появилась плавающая доска серфинг. И, соответственно, мне не терпелось ее испытать на воде. Да, она не надувная, она еще самой-самой первой, как вам сказать, первого рождения. И даже парус у нее есть, и мачта была, но мачты нет и паруса нет. Я хочу просто попробовать, как она будет стоять на воде, хотя бы просто так. Поэтому мы с Ксюхой выехали. Мама наша осталась дома, захотела дома остаться, и Алиска. Мы выехали, чтобы испытать эту доску. Так как ветер сегодня хоть и сильный, но с другой стороны, море более-менее прям ровное. Сегодня на лодке с мотором было бы просто шикарно. Вот, но мы едем с доской, друзья. Она пластиково-пенопластовая, то есть не накачиваемая, предназначена больше для паруса. Ну что ж, все, попробуем. Итак, друзья, хочу вот вашему вниманию показать. Это бэушная, да, досочка. Фанатик называется она. Фанатик. Вот, сейчас мы ее распакуем. Вот, развяжем и посмотрим. Честно признаюсь, мне не удалось так продержаться, как Ксюхе. Только потому, что, да, можешь сейчас грести с одной стороны. Она легче, и доска под ней более устойчивее. Эта доска не для того, чтобы гребсти веслом. И в связи с этим устоять на ней очень сложно. Она не имеет резиновых вот этих ковриков для ног. Весьма скользкая. То есть она предназначена исключительно для паруса. Вот, и должна ездить только с парусом. Теперь той стороны стой. Чтобы у тебя курс был вдоль берега. Еще. Сильно не разгоняйся. Так, подожди, давай развернемся. Ну, в любом случае, Ксюха плывет самостоятельно на доске. Близко к берегу не надо, так, вот. Теперь с той стороны веслом. Надо попеременно вообще стараться. Два грибка там, два грибка здесь. Вот, молодец. Молодец. Море сегодня, видите, ветер оттуда, поэтому море сегодня спокойное. Сегодня вообще хорошо на море. Так. Доска, конечно, не для путешествий. Но весьма интересно. Здесь бы какие-то сделать подставки под ноги. Вот так вот, да? И маленькая креслица. Тогда можно спокойно, как на байдарке, по сути дела, плавать. Ксюха хочет опять прокатиться. Так, сейчас еще выйдем. Здесь надо ряд сделать обработки всякой. Это поставить сюда под ноги какие-то вещи, чтобы ноги можно было поставить. Потом для себя сиденьюшко такое, как вот делают такие боты, которые здесь вот пробку надо обязательно. Сюда вода, конечно, не заливается. Ну а Ксюха за счет того, что она легкая, то, соответственно, ей легче на этой доске стоять. Подожди, сейчас я тебя отверну. Вот так вот вдоль.
Значит, ездим только вдоль. Мал. Ну вот, к Ксюхе подходит идеально. Только надо единственное, что резиновые, я говорю, накладки для ног, чтобы не скользили ноги. Хотя бы резиновые накладки. С той стороны давай. Какие-то есть мушки, которые все-таки кусают. Даже вот сейчас, 12 часов дня почти. На берегу отдыхающих много, машин много. Так, теперь, как я тебя учил, тормоз... Все, самостоятельно развернулось. Она, вот эта лодка, чем... Почему у нее скорость такая большая? Она пластиковая. И дно у нее сделано, как у катера. Такое, с подкрылками. Поэтому стоять на ней крайне сложно, честно говоря. То есть за счет паруса она тянет. То есть она лично опрокидывается. С той стороны греби больше. Вот она легкая, поэтому ей это, она на нее не так реагирует. Чем взрослый человек, как говорится, жирнее, тем хуже. Давай-давай греби с той стороны. И, соответственно, она неустойчива. Когда который бот накачиваем, там этот доска накачиваем, она плоскостью полностью лежит на воде. И на ней стоять очень удобно. Как вот вы видели на видео, где военный приезжал со своей доской накачиваемой для путешествий. Ну вот сидя не хватает такого сидения небольшого. И давай заворачивай, заворачивай еще. Не, не вставай. Че ты? Что, друзья, поснимать прям с лодки. Вот так вот. Разворачиваемся. Мы киль убрали, который центральный. Остался только хвостовой. Потому что центральный что-то даже мешает повернуться. Такое впечатление. Стоять я уже пробовал. Бесполезно. Мне здесь никак. Если на той там можно было, там волна была еще как-то, то на этом для меня нет. У него края как бы в воздухе подвисают маленько, вот эти вот, как у лодки сделаны. Поэтому, когда стоишь на нем, то он качается как лодка, вот если бы лодка, днище у них такое лодочное. Поэтому это больше предназначено, он будет стоять только при скорости. Итак, центральный киль, он складывается здесь, то есть он присутствует всегда, может находиться всегда. Может не находиться. Но видите, какое здесь дно, как у катера. И когда она на воде, то она не имеет устойчивости, если она просто стоит. Стоять на ней сложно. На ней надо ехать. Запрыгнул и сразу пошел по воде с парусом. В общем, все. Мы испытали нашу доску. И поехали домой. Люди отдыхают. Вот еще раз о доске. Видите, какое здесь дно? Соответственно, это для скорости все сделано. Для парусного, как говорится, флота. Поэтому... Это серфинг-доска для паруса, не для весла. Ну, либо для весла, только для людей, которые не имеют большого веса, когда на них это сильно не отражается. А как только вес, поэтому она и классифицируется там по росту, по весу. Ладно, разворачиваем и в сторонку. Ну, Ксюхе понравился, будет у ней корабль. Будет кататься, ну и я покатаюсь, сидя.
Да, друзья, ну а я вам хочу сказать, что буквально через пару часов, а вы, может быть, через час, когда появится это видео, стрим вот здесь вот на этом углу, стрим, музыкальный стрим. Сегодня попробуем дубль 2. Дай бог, чтобы скорость была хорошая, чтобы песни лились и звучали. До встречи, пока!